Люся, это я. Я пошел в поликлинику, они сказали, что с моим здоровьем надо сразу на кладбище. Не, Люся, они проверяли. Рентген показал, что меня вообще нет. Ну, они его включили, когда я еще не разделся, и написали диагноз. Невидимка. Пошел к хирургу, говорю, мое тело невидимо. Он посмотрел, говорит, вы когда последний раз ели? Я говорю, утром. Он говорит, утром какого года? Я говорю, этого. Он говорит, странно, позвоночник прощупывает сквозь живот. Я говорю, доктор, вы же себя щупаете. Он говорит, не спорьте, вытяните руки. Я вытянул, он говорит, почему их три? Я говорю, доктор, это мой нос. Он говорит, понятно, я написал диагноз, слон. Я пошел к терапевту, она говорит, на что жалуетесь? Я говорю, я слон. Она говорит, а я Иванова. Я говорю, хирург сказал, что я слон. Она говорит, а не надо к нему ходить, пока он не обхмелится. Приложил в груди стетоскоп и говорит, дышите, не дышите. Я не дышу, оказывается, она заснула. Проснулась, когда я уже почти посинел. Говорит, извините, у нас зарплата маленькая, я по две смены работаю. Я говорю, доктор, ну я буду жить. Она говорит, если у вас зарплата такая же, как у меня, то вряд ли. Пошел к окулисту, она говорит, раздевайтесь. Я говорю, зачем? Она говорит, потому что окулист заболел, а я патологоанатом. Я говорю, ну у вас же разные профессии. Она говорит, ну и что, у нас взаимовыручка. Потом он будет проверять зрение у покойника и выписывать им очки. Я, Люч, чуть не рехнулся. Пошел к психиатру, он взял молоток и говорит, положите ногу на ногу. Я говорю, левую на правую или правую на правую? Он говорит, левую на левую. Я попробовал положить, со стула упал. Психиатр говорит, понятно, вы припадочный. Я говорю, а что вы мне посоветуете? Он говорит, держаться от меня подальше. Пошел к стоматологу, он говорит, откройте рот. Я открыл, он говорит, только у вас же ни одного зуба нет. Я говорю, доктор, вы же мух смотрите. Он говорит, извините, я очки дома забыл. Ну, я могу и на ощупь что-нибудь вырвать. У вас сколько зубов? Я говорю, не считал. Он сейчас на один меньше будет. Люсь, у меня зубы от страха сами чуть не выскочили. Я говорю, доктор, а никак нельзя договориться? Он говорит, можно, давайте 100 рублей, я напишу, что ухо проверил. А вы идите к Ушнову и за 200 проверьте зубы. Я говорю, а какой диагноз вы мне поставили? Он говорит, ушной кариес. Чистить уши 3 раза в день, зубную пасту Бледомет. Если не поможет, будем удалять. Пошел к ушному, врачиха говорит шепотом, вы меня слышите, я молчу. Она громче говорит, вы меня слышите, я молчу. Она говорит, сестре, этот козел ничего не слышит. Выпиши ему слабительное, чтобы он сюда больше не ходил. Я говорю, я все слышу. Она говорит, а что ж молчали? Я говорю, что молчание – знак согласия. Она говорит, если вы такой согласны, то вам нужен в каждом неврологический диспансер. Я говорю, зачем диспансер? Я хочу в санаторий. Она говорит, да кто ж вас возьмет, припадочный невидим к сушным кариесам? Поэтому идите домой или сразу на кладбище. Алло, Люсь, так мне куда идти? Куда? Нет, я лучше пойду домой. Спасибо.